свидания. Прилетайте еще, буду ждать. И бараночек ваших любимых приготовлю. Это кого ты бараночками угощать собрался? А, это ты, сорока. Здравствуй, соседка. Здравствуй, братец Лесик. А у меня сегодня гости были. Догадайся, кто? Ежик. Нет. Ну, тогда заяц. Опять не угадала. У меня сегодня сам дядюшка Журавль был. Да ну, не может быть. Почему это не может быть? Я с ним давно дружу. И сегодня он ко мне в гости заглянул. Мы с ним посидели, о том о сём поболтали. Я его чайком ароматным угостил. А он мне поучительную историю рассказал. Какую историю? О ком? О медвежонке. Представляешь, проснулся как-то раз медвежонок Мишутка в своем домике. Подтянулся и вдруг решил, что он в лесу самый главный. И так он этой своей мысли обрадовался, что вышел на улицу и песню запел. Пусть каждый знает, что в лесу хозяин главный я. И каждый зверь, что здесь живет, боится пусть меня. Раз грибок, два грибок, в кузовок и носочок. Эй, Белочка, ты зачем мои грибы собираешь? Почему это твои? Да потому что я в лесу главный, и все тут мое. Твое? И ты даже с друзьями не хочешь поделиться? Дружба дружбой, а грибы счет любят. Вдруг мне самому не хватит? Ах, вот ты какой! Ну и пожалуйста, я и без твоих грибов могу обойтись. Я здесь хозяин, и в лесу порядок должен быть. И буду я за ним теперь всегда-всегда следить. Эй, колючка, ты куда это листики несешь? В домик хочу из них красивый коврик сделать. Коврик? Вот еще. Пусть они на тропинке лежат и мой лес украшают. А у тебя дома и без коврика хорошо. О, да что ты, Мишутка, неужели листики пожалел? Вон сколько их еще осталось. Тут всем хватит. Ты что, спорить со мной собрался? Забыл, кто в лесу главный? Отобрал Мишутка листья у ежика и даже обрадовался. Все теперь в лесу в целости и сохранности. Все на своем месте лежит. Но вот прошло время, и стало медвежонку очень грустно. Захотел он с друзьями встретиться, а они от него разбежались кто куда. Пришлось ему к мудрому журавлю за советом идти. Дядюшка журавль, скажи, почему это все мои друзья от меня разбежались? Почему они со мной дружить не хотят? И правильно не хотят, потому что ты и дружить-то не умеешь. А разве этому учиться нужно? А то как же, тут, дружок, большая тайна скрыта. Правда? А как же эту тайну узнать? Помоги мне, дядюшка журавль, очень не без друзей плохо. Ну ладно, так и быть, помогу. Иди на лужайку и найди там двух бабочек. Эти бабочки известные подружки, они тебя всему научат. Спасибо, дядюшка журавль, спасибо, побегу. Мы, бабочки-красавицы, летаем над лужком. Нам все здесь очень нравится, и здесь наш дом. Порхаем мы и кружимся, летаем и поем. Как весело, как весело, как весело вдвоем. Бабочки, бабочки, подождите, не улетайте. Меня к вам дядюшка журавль прислал, чтобы вы мне свою тайну открыли. Тайну? Какую тайну? У нас нет никаких тайн. Журавль сказал, что вы знаете тайну, как научиться дружить. Что надо делать, чтобы с друзьями не ссориться? Вы-то вон какие дружные. А это от того, что мы всегда и во всем друг другу уступаем и помогаем. Она меня не обижает, а я с ней не спорю. Вот поэтому нам всегда радостно. Да, поэтому мы всегда такие веселые и дружные. Так вот оно в чем дело. И как же я раньше не додумался. И Мишутка поблагодарил бабочек за то, что они открыли ему великую тайну дружбы.
а потом счастливо отправился в обратный путь. Вот и вся история. Получается, и дружить надо уметь. Правильно, соседка. Получается, чтобы у тебя было много друзей, надо постараться никогда ни с кем не ссориться и никого не обижать? Совершенно верно, сорока. А я так и поступаю. Со всеми вежливо разговариваю. Вот прямо сейчас тебе спокойной ночи пожелать хочу. И тебе приятных снов, сорока. Вот спасибо. Ну, я полетела, а то уже поздно. Завтра встретимся. До встречи, братец Лесик. До свидания, сорока.